Всем хай, ребят, с вами Экстер и Брайан. Всем привет. Сегодня мы продолжаем наши сельские приключения. Я чуть ли не забыл, как называется летсплей. Ой, у меня все затемнилось там. Что мы сегодня делать будем? Мы сегодня будем улучшать наши улучшалочки. Ну, короче, наши эти добытчики. И, думаю, что-нибудь сделаем уже в деревне, потому что мы эту деревню ни капельки вообще не улучшили. Прошлую улучшили, а эту нет. Кстати, кстати, слушай. Там же еще, помнишь, в прошлой серии песочек жарил? А ты? Да. Ага. Ну, в смысле, в печке. Что они построили, точно? Печки жарил. Они еще ничего не строили. Ничего? А что им еще надо? Сейчас погоди. Стекло 6 и дуба немножко. Во-во-во, сейчас принесли стекло. Ну, дуба как бы и нам. А где стекло ты? Куркуль. Я? Да. Нет, я ничего не делал. Все. О, смотри, у нас тут есть дуб. 27 дуба! Ну, отлично. Мамочки, ну, по сути, давай, что мы будем делать? Построить еще эту, чтобы... Улучшалку, да? Пшеницу, типа, чтобы тоже быть. Точно, да. Но это мы сделаем в сегодняшней серии. Но я спрашиваю, что делать? Понести им дуб или сделать улучшалочки из него? А у нас и так дерево там. Ну ладно, понесем им тогда. Ну давай. Где она? Вот она. Приперлась. Сразу двое к ней подошли и такие, давай. Дуба есть предостаточно 16. И стекло есть. А, слушай, у меня деревянные улучшения есть. 2 штуки. Вот, кстати, да, классно. Давай пошли сейчас посмотрим, что они будут делать, если они сейчас спать не подожди, пойдут. Есть твари. Они все уже? Все, что им... Дуб. Да-да-да, все. Отлично, а что они строили? Так, улучшение для ауберги. Хуберг. Вот, Хуберг. Я вижу, где он. Мы сейчас где? Мы сейчас в главном, да? Ага. Ну, это получается где-то сзади, да? Ну, я понял, да, сзади где-то. Ну, это, по-моему, это куда пошел? Не знаю, где тут еще. Ну, где-то тут, по-моему. Сейчас посмотрим. Так у них лестница вверх есть. Нет, это не это, по-моему. Помнишь, там, где мы начинали, чувака видели? Вот иди сюда. Подожди, где ты? Ну, на крышу залезь. Я сверху, он сзади. Как залезть-то? Вон тут лестница ездит. А зачем залезть-то? Ну, залезь, я тебе штуку покажу. Ой, я даже не увидел лестницу. Ну, что тут? Видишь этого чувака? Что он там делает? Что он делает? Свиней бьет? Опять и убит. Надо свиней пойти убить, нам они нужнее. Ладно, сейчас ползу. Я сейчас чуть за тобой не спрыгнул. У него, значит, эти питомчики всякие, а у меня... Надо тучку. Я тучка взять. Тучка, я вовсе... Ладно. Да, я, кстати, пойду за тучкой прямо сейчас. Нам курица нужна? По сути, да. Ну, то есть мертвая. Мертвая? Да, мертвая. В смысле мертвая? Ну, то есть не живая. Ну, в Майнкрафте вроде трупов нет. Я вроде не помню. Сейчас, погодь, я тут угля нашел. Так, смотри, из чего мне сделать? Ё-моё, где эти... Земля. Вот. Чё с ними? Задолбали. Опять разногласия, да? Не заколебали уже. Главное в лаве не утонуть. Так, 18 есть, и можно еще вот это вот взять. Где и взять с собой топорик. Ты же по лицу заехал. Кому по лицу? Мне. Я сел, я лег на кровать. Вместо того, чтобы поискать в сундучках, нет ничего. Железо блин. Нужно? Че? Железо. Конечно нужно, ты че? Да? Ну. Зачем? Ну, крафтить что-то. Слушай, я же добыл там эти. Че? Свои. Алмазики. В смысле, добыл? Ну, я добыл алмазы, да? Ну, вроде да. Ну вот, можно сделать. Ну, ты там погибал что-то пару... ну, у меня, по сути, тоже были 2 алмазика из... это что, зомби? Это корова. Так это было в прошлом. Ну да. Ну, это было в прошлом, знаешь, такой сказал, как в мелодраме какой-нибудь. Это было в прошлом, я теперь другой. Ну так. Смотри, я сейчас за тучкой полез. Я думаю, это будет правильная тучка. Знаешь, что я нашел? Никак в Винни-Пухе. Павнер-то. Чего ты нашел? Павнер. Чего? Зомби. Да? И как он? Да ничего, я просто сундук хочу тут найти. Хорош? Красив? Кого, сундук? Да. Не знаю, я не видел. Блин, у меня блоков не хватит. Вы чего, гоните, что ли? Ой, слушай, тут маленькие зомби бегают. Да? Да. Блин, у меня блоков не хватит, а я полез. Так я тоже полез. Куда слушай, ты полез? Много? Ну я выше. Я нашел порох. Чего? Чего порох? Кого?
блин. Надо их, короче, убить. Слушай, может, поможешь? Кого, порох? Мне? Порох. Зачем нам порох убивать? Ну, я не знаю, ты сказал, надо убить. Вдруг тебе там зачем-то надо. Смотри, я ничего не вижу, но я полез... А, подождите, я ж могу выбросить. А я ничего не могу выбросить. Я думал, у меня есть фонарики. Я сам спавнер, кстати. А, у меня есть красная пыль. Опа. И свет. Все. Опа, и нет света. А, книга, пластинка, нить, порох, золотая, хлеб. Это все ясно. Я тут бросил красную пыль, чтобы, типа, осветить все. А не фига не нашел. Что ты нашел? И бирку. Ведро, бирку, алмазную эту хрень. А, зачем нам бирка? Может, все равно коней не будем. Ну, я буду. Ну, ладно. Возьмешь себе коня. Мне кони нравятся. Кони тебе нравятся? Да, потому что ты и боишься. Приведу домой коня. И заселят меня что-то. Ну, я не знаю, как... Смотри, я сейчас буду делать супер-мега поднималку. Сломалась кирочка моя. Что? Кирка сломалась. О, шикарно, поздравляю тебя. Железная кирка сломалась, ёп. Все, я сейчас буду прыгать и подниматься на то самое место, где есть... Кстати, завтра сделаем уже ферму. И, ну, блин, как все распределить-то? Надо посмотреть, что они там построят. Надо сделать ферму. Давай ты пойдешь и посмотришь, если они будут что-то строить, я прибегу. Если нет, то нет. Угу, так они уже кстати, строят. У нас есть лава рядом. Так, тут полно лавы, я могу ведро набрать. Ну, у нас есть теперь рядом, то есть не в шахте, не где-то там, а прям рядом. Вот, да. Ой, блин, как я высоко залез-то. О, я рядышком. И сделаем, короче, источник. Дождись меня, тучка. Я давай, уже в пути. Давай реально сейчас лаву добуду. А зачем? Ну, чтобы было. Ну, нескончаемый источник нельзя сделать. Из лавы. Сделаем. Лава, то есть... Ой, слушай, еще один спавнер, что ли? Так, сейчас главное не упасть, а то будет очень большая беда. Лазурут. Лазурут, да. Нужен? Ну, я не знаю. Вот чего это тут? Еще одного питомца нашел. Пипец. Бей, дурака. Убивай. Мочи. Алмазики. Что не пьется? Он ушел. Алмазики. Он ушел. Я взял кровать. У меня кровать. А, я горю. Куда прыгать быстро? Блин, я падаю. Вода. А, я не упал в воду. Промахнулся чуток. В общем-то, ребят, у нас тут была эта проблемка с связью. У меня. Ну да. Сейчас все решилось. У нас, кстати, курочки выросли. Надо сделать вот те два улучшалки, которые у тебя есть, деревянные. Ага. Мы сделаем в каменных и сделаем каменный этот. А хотя можно сделать сразу железный. Я хочу добыть алмазики. Меня никто не остановит. 5 алмазиков есть, еще 6 мой. Смотри. Мазики. Мне. ПЖ. Ставь. Чуть-чуть. Ну, я тебе еще один добавлю. Спасибо. Еще один. То есть я взял там тучку. Короче, знаешь, что у меня в тучке? У меня кроватка. Чего? У меня кроватка. Я понял. Кровать маленькая. Теперь я могу на правой кнопкой спать. Я сейчас это питомца заберу. Все. Да, и ты знаешь, что она берет? Что она кушает? Что? Шерсть. Шерсть? Угу. Кто? Ну, кроватка. У тебя питомец кровать? Угу. Вообще классный питомец, слушай. Не, ну как бы кровать у нас есть, так что она не сильно так нужна. Надо вернуться домой. Не, поспать уже нормально. Я не могу. А чё? У меня тут данши, алмазики. Так, у меня есть еще яйца, я еще пойду кину. Раз алмазик. Кремень. Да ёшкин. Чё у меня алмазик. Только что было? 3 алмазик. Смотри, я хочу алмазик. Уже сделать нам ферму нормальную. 4 алмаза, а? А, я убил. Точнее, не убил. Ёп, блин! Дивизию. 6 яиц и ничего не вышло. Меня сейчас убьют. Я же тебе говорил не идти. А нет, не зачем убью. Тебе вообще алмазик? Всё, фух. Да, мне алмазик, по сути, там не сильно нужен. Просто ну зачем тебе? Для галочки просто. Скелет. Так, крёбаный. У меня еще есть лапис наггетс. Кстати, мы можем скрафтить каких-нибудь питомцев там нужные. Да, это питомец, короче. Что? Это питомец будет. А, данж? Да.
Эндербет. Я. Чё ты там нашел? Эндербет. Чё за эндербет? Эндербет. А, все, я понял. Это. А, меня кто-то бьет. Угу, тварь, иди сюда, да? Я тебя убью. Все. И заодно и меч сломал. Так, смотри, я сейчас хочу взять пшеницу, которая у нас есть, и еще чуть-чуть накопать. У нас там есть еще и морковка, но знаешь, эту морковку уже можно кушать потом. Подожди! Что, я жду, да? Че? Вот как раз насчет морковки, мы же ее можем открафтить. Открафтить? Да, как это? Подожди. Надо давно уже сделать, потому что мы находим всякие вещи в этом. В данжах и так далее, но мы не можем их, ну, открафтить, я так скажу. Это у нас обратный верстак. У нас еще есть тут. Кстати, обратный верстак, вот, хорошая штука. Ну, я его и хочу сделать, только я не знаю, как он. А выйдет. Ты сейчас дома? Да, я дома. И, кстати, сейчас еще надо подвести уже, ну, короче, шланг и водой полить всю вот эту ферму, что она у нас будет. А ты ферму построил? Да, я сейчас построю, правда, мне нужен этот анкрафтинг. Так, слушай, я, значит, знаю, что могу делать. Что? Я могу телепортироваться. А, у тебя же есть этот... И автотелепорт, когда у меня мало здоровья. Хм, прикольно. И мне еще обсидиан наггетс нужны. А, вот он. Так, алмаз, два железа, дубовые доски и верстак. Хорошо, все сделаем сейчас. Значит, делаем сначала верстачок. Возливал всегда алмазы, да? Ну, как бы так гласит легенда. Но я не знаю. Так, алмаз сюда, ладно, железо сюда. Верстак сюда и доски дубовые сюда. Все, я сделал. Кого? Да, его поставить. Ну, верстак? Этот антиверстак. Во, отлично. Сейчас сделаем там прикольные штуки. Куда его еще влепить-то? Так, ты там не прыгай, хорошо? О, вот. Подожди, я сейчас посмотрю, попробую вот ты этот его. Вот соленый, соленую морковку переделать. Да. Нельзя ее переделать, блин. Плохо-плохо. Ну, смотри, что мы можем переделать? Что у нас есть такая, что можем переделать? Пластинку можно переделать? Пластинка вообще каменный красится? Каменный меч можно переделать в отличную. Слушай, не, слушай, давай по складу тут. О, подожди, так. Золотая, ну, это самое, конская броня. Почему нельзя? О, слушай, тогда я вот эту печку переплавлю. Блин, можно. Вот печку переплавить? Да, можно. Вот. О. Только нужна книжка. Так, ну, есть еще железная конская броня, золотая. Там книжка конская нужна, слышь. А, чтобы А простая, да, книжка? Да. Ну, надо найти этот бамбук. Смотри, уже денек, уже денек. Бамбук. Ай, у меня курица хочет кушать. Что ей дать кушать? А, семена же. Все семена, кушай. Ну ладно, не хочешь кушать, не кушай, мне все равно. Так, еще одну печку. Блин, так все приближено, вообще не... А смотри, фокус, ща. Какой? Смотри, фокус, иди сюда. Подожди. Иди сюда. Мне нужна... Это мотыга. Так, значит... Подожди, у меня есть и этот блок тучки. Ой. Прикинь. Ага. Блоки тучек. Иди сюда. Иду. Что ты нашел? А, это эндерман. А, то есть ты все, он да? После каждого телепортирования хочет кушать. Нет, я три раза телепортнулся. Да? Может, ты... Передышку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14. Мне нужен обсидиан. Вот прям срочно. Зачем тебе? Нужно сделать алмазную кирку. Просто он есть обсидиан наггетс. А, ясно. Так у нас... А, нет, у нас нету наггетса. Нет, у нас нет. Есть алмазный наггетс. У нас есть алмазный, у нас... Смотри, есть... давай траву ломать. Сломаем ее всю полностью, как можно вообще. Потому что нам пшено нужно. Тут, кстати, дерево рубит. А он что-то остановился дерево рубить. Ты что, переполненный чувак, что ли? Где ты? Я не могу до тебя достать. Нет, он не переполненный. А, у него топор закончился. Сейчас поставим тебе топор новый.
Да, мой топор упал. А. А, блин, надо каменный топор же. Сделай каменный топор. У тебя же есть камень, да? Нет. Ну ты же в шахте был. Я положил его уже. Ну так сделай каменный топор и принеси, а то у нас дуба не будет. Так, все, я пойду. Нет, дай мне алмазы. Ай, блин, я же не сломал этот кабель. Кабель? Ну, который я построил, чтобы дойти до... Ну, типа мостик. Чтобы дойти до этой тучки. Я сделаю алмазную кирку. Ага, и? И пойду добуду обсидию. Да, и? И будет очень круто. И чего? Я накормлю свой питомца. Тебе лишь бы накормить питомца. А вот что там с домом происходит? Не-е-е. Ну так питомца нужно кормить, но он крутой. Да. Ну так, все. Так, смотри, мне нужно еще одно пшено не хватает. А что они там строят хоть, а? Не знаю, не знаю. Кстати, мы должны были посмотреть. А, что так мы... я с высока не падаю. Все, живем. Давай, иди посмотри заодно. Что, кого посмотреть? Ну, что они там строят? А, так, слушай, у нас тут... О, еще один данжа спавнился, ёп. Смотри, у нас есть пшеницы много поставленной. Насколько много? Ну, половина из того, что я построил там. Чуваки, что вы построили? Что вы улучшили там? Я видел. А, кстати, по-моему, вот что они улучшили. Внизу там. Да, по-моему, вот. Кажись, я тут был. Где ты? Ага, я там был. В шахте? Я уже по трупу смотрю. Ну, я не знаю, да, вроде то. Что делаешь? Ты жаждущий, что-то там. Что им еще сейчас надо, я посмотрю быстро. Им надо дерево 20. А! Так они уже строят. Кого? Что они строят? Постройка, карьер. Где о, это они строят? Отлично. Все, будем руду добывать. 5 зданий. Ага. В самом конце, короче, есть. Где этот самый это крипер? А? Крипер белый. О, так, вот я крипер. Вижу, где ты строишь. Он вот... Там вот строит. Слышь, ты, кстати, взрывает. Там бегаешь, ты под эти. Ты под подстройкой бегаешь. Ну отлично. Он над тобой строит. Я тебе сейчас скажу, они тут криперы взрываются. Да? Да. Ну это, видимо, им помогает. Так, все, я обсидиан нашел. Сейчас добудем. Смотри. У нас есть костная мука, но я не хочу как бы все быстро так сделать. Я хочу, чтобы реально выросло. Ты нормальную ферму построил? А, ну я понял. Ну ту, что сверху. Была построена, я только посадил все. Ой, обсидиан долго добывается. Да, ты что, не знал? Не, ну я знал, но... Попробуй бедрок сломать, это вообще шикарно. Не, бедрок я... Но он быстрее ломается, чем обсидиан. Да-да-да. Сколько год? 3-4? Ну, я не знаю, я в колледже отучился пока вот. Пока рубил бедрок. Вот сейчас еще один попробовал сломать. Первый курс в колледже, и вот, думаю, до 4-го доломаю. Вот. Хочу. Но это стоит, то вот ты будешь стак гордиться. Ломать хочу, может, ты до старости успею. Ну. Ты зато будешь гордиться в старости лет. Будешь там внучкам. Эх, я в свое время обсидиан. Нет, этот бедрок сломал. Блин, Василек тут. Василек, уйди. Все, жри. Че жрать? Да я этому херу даю. А, вот! Что-то покушала у меня эта курица. О, так я еще и не взрываюсь. Ё. Она, значит, семена кушает, но как-то с опозданием. Ну, так видимо, а... до нее только сейчас дошло, что у меня семена есть. О, семена. О, точно, семена. Мне же это надо жрать. Поездишь надо, ёпта. Она такая, знаешь, типа обиделась. Ой, все, типа нету чего жрать, а потом... Я жрать хочу. Да, реально. Тебе нафиг. Что-то уже надо кушать. Что у тебя тут есть? Я еще одного питомца хочу. Еще одного? Да сколько тебе? У тебя будет тупо дети в инвентаре. 4 питомца хочу. Ну, дети. Ну и че, что дети? Давай к тебе. Ты это с помощью эндермена, да? Конечно. Смотри. Оп. Так, у нас Василек есть рядом с домом. Я хочу его почистить. Экстер.
Привет. Сзади. Сзади. А, привет. На тебе, Василька. Да все, не по антузе, смотри. Мне кровать выпала, блин. Я могу зато спать, где хочу. Курица и кровать. Прекрасная банда. Вот смотри, тут строят карьер. Где? Вот. Да? Да. Ага, и корова. Ну зато у меня курица и кровать есть. Я могу спать, где хочу, просто лягу и все. А ты будешь там крафтить кровать. Так, смотри. Я пошел и сейчас посажу всю пшеницу, и у меня 41! Кто? Пшеница. Ну, я рад за тебя. Так, ну, по сути, пшеницы не надо там, чтобы была вода, типа, постоянно. Так что вот, можно... у меня вкусная мука есть. Нужна? Ну, я не хочу просто сейчас ломать всю пшеницу, потому что она же вырастет, придется ее сломать. Давай в, маме, да, хоть в следующей будет. Части. Ну, как бы мне надо кушать, но в следующей части. Буду на диете за кадром. Надо еще тростник найти. Да, кстати. Тростник, а не бамбук. Ну, блин, у меня бамбук. Ну все. По моему языку это бамбук. По твоему. Смотри, давай сейчас вот под конец попробуем сделать... автоматического выращивателя, ну, то есть не выращивателя, а спаривателя, вот. Ага, спаривателя. Это хорошая штука. Да, чтобы куриц, правда, чтобы мы просто подходили и брали еду. А, подожди. О, сколько тут яиц! Матерь Божья! Много? 11 яиц! Нормально. Я сейчас курочек заспауню тут. Ой, курочек у нас много вату. Они вот. Все несут и несут яйца, еще 3. Вообще нам еды столько добыл уже. Слушай, у нас тут яйца не сетка. В смысле, яйца не сетка? Ну, я не знаю, что это я сказал, ну, в общем-то. Что-то есть, это смотри. В броне. Лучник в броне, ёп. Подожди, подожди. Давай иди обратно дома, а то помрёшь сейчас. Не, я лучника убил. Смотри, давай сделаем автоспаривателя и улучшим 2 раза. А подожди, автоспариватель он только спаривает или еще и убивает? Я не помню. Проверь. Автоубиватель у нас, по сути, есть тут. Слушай, надо сделать еще и вот этот. Автоубиватель? Да. Это что? Ну, он убивает. Смотри, давай сделаем термометр и часы, все вот это вот. Я тебе это предлагаю еще в первой серии сделать. Ну, давай сделай, что? Приходи домой и сделай. Я сделаю автоматическую вот эту вот сам. Хорошо, сейчас иду к тебе. Я пришел. У нас крафт же, ну, то есть материалы есть, все такое. Так, и как это делать? Смотри, Ёшкин кот. Вот. Живодновод. Что это такое? Все, дай мне, пожалуйста, эти. У меня железка, это... А, вот, комбайн вот называется тот, что на ферме. Его, по сути, можно сделать, но он придется улучшать. Я написал, что термометр читает. Что? Термометр читает 79%. А, то есть скоро поменяется, ну, наверное. Ну, сейчас весна, день 4. Ага, вот. 3 дня осталось. Так бы и сказал. Угу. Смотри, где этот убиватель, все такое. Ты проблема, найти знаешь, в чем? Че? У меня часы пропали. Как? Не знаю. Надо поспать. Просто так взяли и пропали? Ну, их нету. Ну, то есть вот эти, что сверху. А, так это кнопка нажимается. Я забыл. Там в настройках есть. А, ну все. Скажешь мне как. Смотри, я не могу найти вот это вот. Либо я его пропустил. А, вот, да, убийцу я пропустил. Так, нам нужны ножницы. Значит, как мы сделаем ножницы? Вот так вот, значит. И, а, у нас еще и порох есть. Ничего себе. Ну, так это я принес, сейчас тебе сказал. Не сказал ты. Смотри, из чего делается ножницы, я забыл. И с ножниц. Там, короче, берешь эти. А, все, понял. Спасибо. Ножницы, потом. Нам нужны ножницы и что еще? Кстати, могли бы сделать питомца, что нас бы телепортировал к этим. Печку нам еще надо. А, у нас есть камень, да? Да. Ты дверь бы закрыл. Слушай, дай мне вот эти обсидианы. Ага, это у меня есть, это тоже мне надо, это тоже мне надо. Если я эту штуку сейчас замочу, это будет очень прикольно. Так, раз, два, три, и тут... Дуб что ли нужен? Блин, по-моему, дуб нужен по бокам.
Да, дуб нужен для деревянной. Ты что, опять проголодалась, что ли? Да ты гонишь. Пипец. Она жила-жила, не голодала, а сейчас что-то начала голодать. Вот мне просто интересно, что это за хрень такая? Что, какая? Вот это. А, оно мне яйцо снесло и проголодалось, значит. Нормально. Все, я для нее еды добыл, теперь иду добывать дуб, чтобы сделать улучшалочку, смотри. Скоро у нас будет... О, ёб твою! А чё зомби? Ну я, наверное, дверь оставил открытой, нет? Нет? Нет, да. Да? Угу. Ну, сорян. Я отправился за дубом. Что это за хрень? Чё я сделал? Блин, почему я не взял из автособирателя? У нас проблемы. Чё? Какие? Большие. Ну, говори. Иди, пожалуйста. Чё у тебя там? Иди сюда. Подожди. Сейчас, иду. У нас проблемы. Ну, что за проблемы? Блин. Чё это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа-опа-опа-опа-опа-опа. Заходим в дом. Никого не трогаем, всё. Он там на ферму пошел. Ну, на ферме он ничего не сделает. Ну, ага. я крафчу он, этот... пшеницу топтает. Я крафчу животно... Вот как-то там. Ну, короче. Во, все, скрафтил. Теперь надо, что надо для каменного. Я хочу сделать сразу железный. Каменный животновод. У меня 4 питомца. Камень нужен, блин, и еще ножницы. Ёшкин. На тебе вот этого питомца. Зачем? Не нужен. Какой? Этот. Зачем он мне? Он крут. Не, чувак, давай это. Пойди в шкафчик там. Шкафчик? И сам иди в шкафчик. Смотри, а Нарди, лук можем Нарди. Открафтить? Уйди. 5 открафтить? Да, мы можем. Палка и нить. Ну, хотя бы что-то. Я бы 100 зачарований сделал, не? А зачем он нам? Ну, чтобы зачароваться, как бы, не? Ну, я не знаю, нужен он нам или нет. Нам надо уже купить дом какой-то. Мы, кстати, сейчас пойду посмотрим. Блин, мы сейчас я не посмотрим. Хотел посмотреть. Мы сейчас не посмотрим. Так, 4, нам нужны больше. Ясень, пень. Угу. Они спят. 21 уровень просто. Какой первый уровень? 21 уровень. А, у тебя вот. Поэтому ты хочешь стол зачарования, ты ж. Ну, как бы. А для железного что надо? Ага, железо и железный блок, о господи! Слушай, на нос тут армии прямо идут. Да? Да. Ой, слушай, помоги мне. А у меня нету... Это а, есть меч. Один... Есть меч, но он сейчас сломается. Ну, как бы что-то бью, уже рукой. А тут маленький, тварь. Тварь маленькая. Все, убил. Быстро появился ребенок. Смотри. У нас, по сути, есть тут салт, да? Можем найти соль. Ну, а зачем нам соль-то? Ну, мы можем сделать из говядины, соленую говядину, смотри, и будет нормально. Построили. Что построили? Новый дом. А, ну да. Йо, круто. А, блин, надо еще один. А, сколько железа-то надо. Давай каменный сделаем, все, не будем запариваться насчет железного этого самого. А. А, ну, этого. Животновода. Поставим каменный и все, пускай будет. Ты 2 улучшалки там бабахаешь. Давай, иди сюда. Нам, походу, надо... Да, ё-моё! Перезайти. А почему я неприятный человек? В смысле? Ваш статус неприятный человек. Мы следим за тобой, Никита Брайан. А, надо будет чаще к ним... А, вот он сдох, все. Надо будет только один чувак, чтобы вот нес все, а потом, ну, типа, я одну постройку дал, ты одну постройку, и как-то не распределяется, а надо, чтобы один так больше опыта даст. А иди ты посмотри, что у тебя там. Подожди, сейчас. Ставлю животновод. Что ему надо? Ему надо уголь и пшеницы. А, он только этот самый. Разводит их. Они тут постройку новую делают, кстати.
Ну, делают, они еще не сделали. Ну, вон они строят там. Ну, да. Так, где главный дом? А, это он? Да. Ваш статус незнакомец, вот видишь, надо... Блин. Да, давай мне как бы... У них куча дома, куча домов вообще. Надо только, чтобы один дал им ресурсы, чтобы они строились, а то слушай, мы... а если у них дуб с березой украдуем, нормально будет? Не знаю, лучше не это самое. Нет, походу меня сейчас бить будут. Ну не надо, блин, ты сейчас опять попортишь все. Кто поставил дуб, 62 дуба, чтобы плавил, ну, как просто топливо? Ситуация сейчас была. Ты понял, что сейчас 62 дуба мы это самое? Так уже у них есть, у них дуб есть. Нет, не им. Мы чуть сейчас не профукали 62 дуба. Почему? А, он лежал в этом. Топливо, гран... Топливная гра... гранула, чё? Да, топливная гранула. А это пойдет сейчас в печку? Ну, то есть в этом. А, вот он там вырастил рыбу. Нет, да, это идет. Ну, так это гранула, но она меньше. А, ну да. Она быстро очень тратится. Ну ладно, а я из поставлю. Гранул можно сделать эту. Ага, он автоматически ставит себе там эти дуб. Если у него, то есть, нету чего-то другого. Смотри, нам нужна пшеница. Блин, мы что-то много-много хотим. Давай закончим и уже в следующей части сделаем всякую пшеницу там. Животновода. Включим уже животновод. Ну, и будет да, еще да, шикарно. Давай, у тебя камень есть? Камень? Ну, да. Вот чисто булыжник. Камень. Чистый камень есть в печке, вот внизу. Вот этот? А, да? Что это? А, у меня есть камень, у меня есть 5 камней, надо? Надо, не. Бери. Не. Так зачем? Все, пошли, давай заканчивай, чувак. Ну да. Слишком пошли. Долго, слишком долго будет. Че, days left? Че? Сколько? 2. Ну, так через 2 дня поменяется сезон. О, ребят, вы, кстати, это увидите. Классно, классно, все, давайте заканчивайте. Mm-hmm. В общем-то, всем пока, ребят, с вами был X3 и Брайан. Подписываемся на каналы, ставим лайки, делимся видео с друзьями там. Добавляемся в друзья ВКонтакте, не знаю, Брайан, а как? Не-не-не-не-не-не. Mm-hmm. Ну, мне добавляйтесь, мне вообще по барабашку. Вот, я тут поставил животновод сегодня. Мы дали им, чтобы они построили. Кстати, они уже построили почти этот шахту, да? О, а это что за хрень? Да, они шахту уже построили. А, нет, они строят. Наш это животновод. Ага. Понапускай тут этих. Курица. Кстати, надо приберечься. У меня 16 яиц. Надо приберечься, а то... О, две курицы с 2 яиц. Ой, сколько тут куриц-то. Да, ну... Надо, короче, понаубивать больших живем. Куриц, чтобы росли только маленькие. А то мы не, тут скоро запутаемся. Не-не-не-не-не. Пусть будут. Так в смысле пусть будут? Пусть будут. Тогда поставим этого убивателя. Чтобы он убивал больших и все. Чё-то я не туда пошел. В общем, да. Всем пока. Ой, все. Прыгни. Куда ты прыгнул? Там же пшеница.